Предъявить доказательства российских кибератак от ЦРУ потребовали уже через суд. С иском обратились американские активисты. Журналист Джейсон Леопольд и ученый Райан Шапира. Они призывают обнародовать документы, которыми обменивались спецслужбы с Конгрессом, комитетами Республиканской демократической партии, предвыборными штабами кандидатов и коллегий выборщиков. Напомню, американские правозащитники и раньше обвиняли правительство в несоблюдении закона о свободе информации. В частности, они требовали от Госдепартамента опубликовать рабочую переписку Хиллари Клинтон, которую госсекретарь вела с личной почты. We'll be right back.